В День народного единства 4 ноября в Москве открылась международная выставка-форум «Россия». Она презентует главные достижения страны во всех отраслях и будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В выставке-форуме участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция. Как сообщили организаторы, в день открытия 4 ноября выставку посетили около 200 тысяч человек. С 9 ноября по 14 января в ее рамках состоятся Дни регионов, во время которых будут представлены достижения, экономический и культурный потенциал российских субъектов. День Чукотского автономного округа приходится на 11 ноября. Как сообщил глава региона Владислав Кузнецов, в нашем павильоне пройдут мастер-классы по национальным видам спорта и созданию чукотских сувениров, презентация туристического потенциала Чукотки и выступления национальных ансамблей. Как известно, Чукотка – самый безопасный регион страны. Мы лидируем по росту инвестиций и твердо стоим на первом месте среди субъектов арктической зоны по темпам промышленного производства. А еще у нас красивейшая природа, нетронутая человеком. Все это мы постарались продемонстрировать в павильоне Чукотки на выставке «Россия». Надев очки виртуальной реальности, вы увидите точку 180-го меридиана, которая делит Землю на восточное и западное полушария на вчера и завтра. 11 ноября, в день Чукотки, на выставке «Россия», мы приготовили для вас выступление ансамбля «Эргюрон» и «Аттасикон». Вы даже сможете побыть на традиционной чукотской свадьбе. И, конечно же, узнать, как организовать тур на самый край Земли. Россия, поехали!